Здравствуйте, вы на канале Games on Epic, и сегодня мы продолжаем играть Best Inside, Зверь внутри. Все болит, что ж значит, я жив. Черт, чуть не сломал себе шею, он застал меня врасплох, я не был готов к такому. Вблизи он едва напоминал человека, когда это существо набросилось на меня, я почувствовал, как меня наполняет боль, его боль. Такое со мной впервые, и этот взгляд, как у затравленного животного, я бы был так потрясен, что не мог даже пошевелиться. Хотел закричать, но кто-то словно вырвал мне голосовые связки. Кто это такой, черт возьми? Что он делал в спальне отца? Итак, глава 4. Где мы и закончили. Сейчас мы узнаем, или будем узнавать, кто же там в спальне отца, кроме матери, мог быть. Что это за мужик с большими усами? Сейчас мы узнаем всю подноготную. Нажмите любую клавишу. Нажали. Так. Вот он с похмелья лежит. Алкаш. Поднимайся, поднимайся, давай, 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 давай. Итак, что он делал в нашем доме? Это из-за него пропал мой отец. Что если в подвале? Что если в подвале? Нет, лучше не думать, чья это была кровь. Так. Ну, прошлые уроки я, кстати, учел, что в темноте не видно ничего, поэтому сейчас я включу фонарик. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам надо по заданию сделать. Все болит. Так, что он делал в спальне отца? Понятно. Так, вращать, а что его вращать-то? Так, давайте посмотрим, что же он делал в спальне отца. Так, наверх или в подвал? Так, это я разбрасывал здесь. Так, идем. Парни отца. Батя, ты где спишь? Господи, где ты только не спишь? Ты же отец, где хочешь, там и спишь. Так, а что нам здесь сделать? Глаз нету. Так, глаза не появились. Там кабинет был, насколько я помню. Закрыто. Это подвал. Открываем. Ну-ка, давай. Как вы думаете, тут остался кто-нибудь еще? Лошадь, мы тебя не боимся. Так, потому что мы уже один раз боялись здесь. Хрена лысого, я туда пойду. Так. Выходим, выходим. Значит, на второй этаж. Кабинет, кабинет. Да, да. О, кстати, вот он, кабинет, точно. А здесь же меня напугал. На выходе эта тварь такая. Блин. Страшно. Тебе сюда нельзя, слышь, сопляк. Чтоб ноги твои здесь не было. Чтоб ноги твои здесь не было. Я что, панин, что ли? Чтобы нога здесь, нога там. Что со мной? Мне говорили, что такого больше не повторится. Мне обещали. Кто обещал? Так, новая запись в дневнике. Боже милостивый, что здесь произошло? Тут будто смерч прошел. Так. Смерч прошел. Так, я не понял. Какого черта? Нужно найти другой выход. Только зашел и уже заколочено. Так, я по-английски не знаю. You, you are not Alan. You, ну ты. Что-то ты. Давайте посмотрим, что за новая запись. Как только я вошел в спальню отца, все началось сначала. Я словно попал в глубины собственного сознания. Отовсюду носились злобные вопли, по коже у меня шли мурашки. Так странно, что после стольких лет в том проклятом месте, несмотря на все их уверения и обещания, несмотря на все страдания, которые мне пришлось вынести, чтобы вернуть контроль над собственным разумом, теперь...
Судьба вновь заставляет меня пройти через это суровое испытание. Блин, я думал, что-то не любили тебя. Ну, то есть главного героя. Так. Это часы. Давайте посмотрим. Часы моего отца. Кажется, ему их подарили. Отец всегда был одержим пунктуальностью и порядком. Иногда не понимал, зачем он вообще решил завести семью, если она вечно задерживала его и мешала. Так. Надпись. Понятия не имею, что за МЛ, но тот день, когда я случайно уронил эти часы, я не забуду никогда. Мой отец буквально замер. Я ожидал страшной порки, но он просто собрал все металлические детали трясущимися руками и ушел в спальню, проведя остаток дня в попытках починить их. Часы так и не заработали, но отец все равно сохранил их. Он не раз пытался починить их, но безуспешно. Так, МЛ. ДХ от МЛ. ДХ, это отец, видимо. ДХ, сдохна. Ладно. Закончим. Бросить. Мне они уже не нужны. Так. Статуэтка не нужна. Свечку зажгем. Здесь керосинку возьмем. Это нам не надо. Это нам не надо. Кстати, закроем. Тут второй, потому что ящичек есть. Не надо. Не надо. Не надо. И можно закрыть. Этот вытащен. Ну давай, какой тут под кроватью? Это кровать. Какой-то блошиный. С клопами спать. Так, смотрим. Смотрим, что здесь, белье. Ну мы в грязном белье рыться не будем. Так, это что? Кто такая Мэри? Мария. Что вообще произошло? Что она просит компенсацию? Так, компенсация. Джейкобу Хейду, старый скряга, жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит. Я не просила огромных денег, только маленькую сумму, но ты не хочешь дать мне ни цента. И это после того, как мой муж расстался с жизнью по твоей вине? Даю слово, я это так не оставлю. Мария. Угу, понятно. Давайте возьмем предмет роскоши. Так. Здесь мне ничего не надо. Это мы сейчас прочтем. Керосинка есть? Нет? Нет. Так, будем смотреть. Ты не один. Кто-то играет со мной. Ну, говорю же. Ты, я знаю. Ты не один. Кто-то играет. Где тут игра? Где гаммы? Так, никаких гаммы. Гаммас. Вот так. И ничего. Так, ничего. Никого. У нас здесь и есть. О, кстати, пополним. Так, керосинка. Так, использовать, использовать и использовать. Так, ничего нам этого не надо, ребята. Так, идем в другой выход. Тут один выход, один вход. Один выход, так получается. Сейчас зайду, он закроется. Ага, дыра. Алиса в стране чудес. Вперед, закро... Так, за кроликом. О как. А вот эту можно саму забрать? Нет, лампу нельзя забрать. Ну что ж. Взламываем. А, блин, под полом ползти. Я-то думал, тут пауки, пыль, не прибрана. О, стыдоба. Так, так, так. Кто-то ходит. А я со спичкой, якобы меня не видно. Здорово. Конспирация. Сейчас еще выпрыгнет. Давай, проламывай пол. Блин, он не очень-то и поворачивает. Налево-направо крысы. Это мы не боимся.
Давай, рука сверху, снизу. Откуда? Блин, я долго ползу. Там кто-то есть. Это нам не страшно. Черт возьми, будто сам дом пытался меня убить. Пытался, это если бы. Так, а что там мне? Не надо мне это. Так. А, кабинет отца, батька. Мне нужна отмычка. Давайте посмотрим, что нам здесь. Так. Помню, как это происшествие расстроило отца, а смерть Джорджа и вовсе его добила. Происшествие на шахте. Взрыв на шахте Кэролайн, Брэкстон, штат Нью-Гэпшен. Стоило жизни трем шахтерам. Свидетели утверждают, что земля сотрясалась даже на расстоянии километра от шахты, а грохот доносился сквозь закрытые окна. Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва и можно ли было его избежать. Нашим репортерам не удалось связаться ни с одним из совладельцев шахты. Джордж Уайтхед не выходил на связь, а Джекоб Хайт отказался комментировать случившееся. Обо всех новых подробностях наши читатели узнают из первых рук. Ну что ж, узнаем. Так, что здесь есть? Нам это не надо. Так. Нет. Нету ничего. Так, тут выдернуть. Давайте обойдем стол и посмотрим, что. Так. Что у нас с другой стороны стола? Стол. Так, смотрим. Спички. Да уйди ты. Спички взяли. Следующее. А не то, все не то. Пусть не догадается никто. О, а это кружка. Так. Это нам не надо. Вот тут еще шкафчик. Давайте посмотрим. Так. Вы заметили, что тут очень много всяких ангелочков. Вот, кстати, такой же, только с ногами. Как я понимаю. Так. Не нужна ты мне. Тоже не нужно. Так. Так. Какой-то сильно верующий человек. Так. Сундук. Сундук, сундук, сундук. Как я сразу не заметил. Ну, бывает. Так. Ну, 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 ну. Ну, присесть. Отсюда бабушкины вещи. Так. Здесь так. Еще один, еще один. Так. Ничего. Так, мы сюда шли, шли, шли. Ничего, там ничего не перепадет. Что ж так печально-то? Так. Так, отмычку, отмычку мне надо. О. О. Давайте посмотрим на пистолет. На всякий случай, но я бы предпочел никого не убивать. Ну и желание. Без патронов эта штука бесполезна.
Так. То, что нужно. Отмычки. Пора спуститься в подвал и узнать, что за дверью. Сейчас, минутку. Мне надо только посмотреть керосинки. Стоять. Спички. Он еще бы свечки взял бы. Так. Мне же надо смотреть, чтобы потом сюда не заходить 10 раз. Вот еще. Е. Такие амулеты якобы приносили богатство. Мой отец не был суеверным, но в тяжелые времена ухудшили все средства. Так, хм, а может он принадлежал коллеге моего отца, Джорджу Уайтхеду? Возможно, он подарил этот амулет отцу. А может, не знаю. Так, Д.У. Вот. Вот что я искал. Да. Вообще не то. Не на ту кнопку нажал. Спички потерял. Ладно. Пока с этим проблем нет. Музыку послушать. Пойдемте открывать за... Стоп. Глобус. В таких глобусах бывают тайники. Это, по-моему, просто... Ладно. Давайте откроем. Потрясти. Завершить осмотр. А. Когда цилиндр пересечет линию на замке, нужно быстро его зафиксировать с помощью левой кнопки. Так. Вот так вот. Да что ж ты... Ай! Так. Минутку. Так. Дверка открылась. И что же нас там ждет? Смотрим. Так. Чашки. Если у меня кто-то за спиной стоит, то мне очень страшно уже. Так. Найти, найти. Что ищем? Что-то полезное. Полезное одно нашли. Так. Вот еще полезное нашли. Все-таки не зря искали. Так. Это... Эту игрушку купила мне мама. Ее я почти не помню, а вот этого солдата на коне я запомнил прекрасно. Стоит только взглянуть на эту игрушку, я сразу же возвращаюсь в детство. Всего через пару лет началась проклятая война, и я стал слишком взрослым для игр. Значит, старая игрушка. Так. Музицировать дорами мы не будем. Так, осмотримся. Так, ага, ага. Кардинал. Ну как Франция, что? Ришелье. Свечка. Зажгем. Чтобы вам все видно было. Так. Вот так. Так, мы там свечки зажгли же. В кабинете у отца. Давай. Так-то из-за того, что ужасик тут, по идее, так-то должно быть мрачно. А мы тут какой-то праздник устроили. Чё-то торта не хватает. Так. Как Карл
как Карлоса. 8 тортов и 1 свечка. Смотрим. Ничего. Ничего того, чтобы нам могло пригодиться. Так. Как заправлять лампу? Чтобы заправить лампу, откроть... А, так это мы знаем. А, так у нас лампа просто закончилась. Ничего страшного. Так, бросить. Так. Бросить, так. Шахматные фигуры. Так. Ремень. Давайте осмотрим ремень. Не сосчитать, сколько раз им доставалось. Удивлен, что он до сих пор не развалился. Порой отец порол меня. И не... И задуманные... А за выдуманные проступки. Обвинял в том, что крадаю гостей, хожу ночью по коридорам и громко с кем-то разговариваю. Пробираюсь в шахту и так далее. А я ничего такого не делал. Я с кем-то спутал, батька. Батько... Батько, вот, ну-ка, что это? В конце концов, он решил, что я привык к порке, а значит, нужно наказание похуже. И начал запирать меня в темноте на долгие часы, а иногда и дни. Господи, батя-то подонок, оказывается. Ой-ой-ой, в темноте. Так, еще и ребенка запирал. Какой, вот там за окном, если кто-то стоит, вот так вот, бугагашеньки. Вот тебе передечный сриступ. Так, убираем кресло. Вот сюда, думаю, хватит. Если бежать, все равно по круговой бежать. Маленькая недоработка с этими вот передвижениями. Давай. Так. А мне-то... Вот, вот так. Выпрыгивать должен за тебя. Раз. Два. А в лампе нет керосина. Давайте зальем лампу. Итак, спички. Старая лампа. Керосин. Раз, два, три. Бог с ним, четыре. Все. Итак, где нас ждут кошмарики на этот раз? Я наконец-то пришел в себя. Так, ну, вроде все нормально. Давайте посмотрим, кто тут хозяйничал. Так, дверь уже не открывается. Так. Может, какая-то другая дверь? Лестница. Почему лестница? На подвал. Ой, на чердак когда-то надо будет лезть. Так. Точно. Так. Вот. Так. Нет, ничего интересного. Так, кстати, я должен замки уметь скрывать. Я ж теперь крутой взломщик. Почему лампа не горит? Так. Ничего интересного. И ничего интересного. Так, ну с кабинета мы выбрались. Что ему еще надо, падла? Так. Мы же должны были в кабинет попасть. Так, должны были. Так, минутку. Что-то я не догоняю. Как только ушел в спальню, так, началось. Несмотря на все страдания, которые мне пришлось вынести, чтобы вернуть контроль на собственный разум, теперь судьба вновь заставит. Так. Какая-то неведомая сила. Так, вот так, сейчас мне удалось пробраться в его кабинет. Он хранил тут много всего. Я наверняка найду какую-нибудь отмычку и топру дверь в подвал. А, дверь в подвал. Чего, идем в подвал? Еще как отопрем.
Ёж твою мать! Ёж твою мать! Нет, не может быть! Не верю, что все это за правду. Зачем мне говорили, что я теперь в безопасности? Все началось снова. Это, как понимаю, детские страхи и воны. Ох, твою ж мать, у меня чуть ноги не отказали. Куда мне надо? Ой, посять мне надо. Вот что надо. Сейчас еще башка тут какая-нибудь, ну-ка. Чего это такое? Надеюсь, ты не живой. У меня мурашки по телу. Господи, если это еще и живое. А если еще кто-то сейчас еще и схватит меня нахрен. Это вообще будет. О, кстати. Может быть. Может быть. Так. Нет, нет, нет. Не то. Ладно. Не туда зашел. Давайте, давайте, давайте. Какую дверь надо открыть? Господи. Не забывайте, я играю ночью. И мне очень-очень страшно. В отличие от тех, кто смотрит это видео днем. Так. О. Конечно, зажечь. Все зажечь, я бы тут дом бы спалил бы нахрен. Господи. Почему вы его не продали? Так. Получено достижение моль. Моль, моль. Ладно, бог с ним. С молью. Так, туда. Ну, туда мы ползали. Не страшно. Ползем. И так уже напугались. Ну, валерьянки до корвалола напились. Успокоительного. Господи. Точно сердечную мышцу взбудоражили. Ну чё? Мы знали, но все равно попробовали. Итак, ага. Муторное дело. Вот так. Так. И еще разок. Почти что профессиональный взломщик. Давайте, нападайте на меня сразу. Пока я готов к этому. А то как-то неожиданно. Господи. Давай. Давай, добивай меня. Старика, отсюда я смогу попасть в соседнюю комнату. Могу. Вопрос, хочу ли попасть в соседнюю комнату. Давай. А, и третью давай. Хватай. Это все, что ли? Слабак. Господи. Давай посмотрим, кто там. Он сейчас на меня что-то смотреть еще кто-нибудь будет. Схватит меня или утянет. Господи, как это страшно. Предвкушение. Играйте. Играйте в нее только ночью. Это сумасшедший профессор? Отец? Демон? Кто? Два демона. Какой-то эпизод из прошлого, что ли? Да. Этого не может быть. Два тела с тесаками ходят там. А я туда хочу попасть еще. Что за бред? Черт, я здесь не пройду. Нужно найти другой путь. Нужно найти другой путь. Другой путь. Так, не пройду. Уползи в щель тогда, козлина. Так, он не приседает. Вот сюда, вот что ты не пройдешь-то? Пройдешь же здесь. Давай выламывай тогда здесь стену. О, блин. Ну, я почти был готов. Это уже подготовленный страх, не так уж
пережить можно. Так что новая запись в дневнике. Выбраться из комнаты. Так. Так, приступ страха. Так, когда я спускался вниз, что-то выпрыгнуло на меня из подвала или кто-то. Сложно сказать, меня до сих пор трясет. Оно словно чего-то бежало и по пути столкнуло меня с лестницей. Я раздобыл отмычку так, что мне удалось взломать замок и попасть туда, куда вела кровь. В самое сердце этого кошмара. Черт, что это было? Могу ли я вообще доверять собственным чувствам? Я видел драку. Тощий, сильный, раненый человек стремился сбежать из подвала, а нападавший в маске и цилиндре отчаянно пытался ему помешать. Это не могло быть галлюцинацией. Я видел кровь, чувствовал ее металлический запах, видел, как от удара погнулась труба. Ну, неплохо, неплохо. Мы тоже все это видели. Срались точно так же. Черт возьми, они выбрались. Так, ага. Что-то надо встать. Это какой-то механизм. Механизма. Так, ладно. Это все реально. Кровь, железная труба. Это не иллюзия, я не схожу с ума. Не в этот раз. Удар был такой сильный, что она погнулась. Кровь. Ну, давай. Посмотрим. Она погнулась действительно. Имело место быть. Так. Не поддается. Как он смог выбраться? Так, закрыто. Что ж. Это у нас что? Напоминает эту мерзость, которую судьи надевают на голову. Ведь это наш дом. Раньше приходил судья. Да, парик судьи. Как Дэнди Лондовский одет. Как же его звали? Нортон. Подождите, это он. Это о его смерти писали в газете. Как такое страшное событие. А другой человек в цилиндре? Он запер судью? Может, он сделал то же самое с моим отцом? А ты не думаешь, что это был твой отец вообще-то? Отправлюсь по их следам. Возможно, я узнаю что-нибудь об исчезнувшем отце и о других пропавших. Похоже, жертвой был судья. Но зачем похититель принес этот парик в подвал? Он хотел поиздеваться? Пошел все. О! Так, это кривой. Рукоятка поможет открыть дверь. Конечно. А может еще и машину завести? Рукоятка может. Нужно найти чем бы открыть дверь. Стоит осмотреть комнату. А я чем занимаюсь? Давай подсказчиком хер за щепу. Не надо нам явных наводок. Мы все-таки игру проходим, а не просто так. Ходим, как от нечего делать. Так, ну-ка, давай. Посмотрим, что в бочонке. Нет, что не открывается. Допустим. А, вот она, шестеренка, которую мы искали. Конечно, взять. Так. Похоже. А ну, так, спички. Нет, добавлен в инвентарь. Так, а что, потушил, что ли? Блин. На вас пало, только спички переводить. Так, керосинка. Давайте-ка керосиночку сразу добавим. Чтоб потом в нужный момент там не кричать. Ой, некогда. Кровь. Судья, продажный. Какой-то механизм блокирует дверь. Похоже, не достает нескольких частей. Конечно, только вставил. Мне еще ручку поставить надо. И не забыл. Вот так вот. Давай. Вот я красавчик. Так. Все, в крови догнали тебя. У судьи серьезное кровотечение. Он будет искать помощи. Он уже не может искать помощи-то. Будет искать. Так. Кирпич.
Если я вижу тот же эпизод несколько раз, один и тот же. Мне кажется, я один и тот же эпизод вижу несколько раз, просто в разных ракурсах. Со стороны подвала. Как я захожу, как я выхожу. Так. Господи, у меня сейчас мандраж возьмет. А я еще и не курю даже. Страшно, аж жуть. Давай, давай, падла. Давай. Так, 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 так. Кровавые следы, по ним я смогу выследить его. Давай. Давай. О, на улицу. Это хорошо. Давай. На улице не так страшно. Давай. Да бог с ним. Дождь. Наплевать. Идиот. А хорошо кровь-то видно в ночи. Я что, вампир, что ли? Или у него кровь светится? Иллюминацентная тоже мне. Моллюск. Итак. О, мы идем за мост. Ну, кстати, в прошлом видео я к этому мосту приходил, и мне казалось, что там кто-то стоит. Так что... Опа. Ага, он пойдет в гостиницу. Я думал, ее немного лет... Ее много лет назад закрыли. Как же закрыли, ага. Держи команду. Он, кстати, мог не дойти. Так, давайте посмотрим, что... Убегавшая обильно стекает кровью, след ведет в гостиницу, я отправлюсь туда, домой, дом моей семьи кто-то проклял? Или проблема только в моей неспособности выжить и своего разума травмы, преследующего меня с самого детства? Может, мой отец вовсе не пропал, а просто он не захотел иметь ничего общего с человеком вроде меня? Или... Давайте остановимся на или. Может, что-то больно очевидно. Герой не хочет замечать этого. Чтобы батя у него был козлом редкостным. Ну, это, кстати, американцы. Так. Надо посмотреть. Хоть он туда и пошел. О! Видите? Все тут есть. Надо просто походить. А то не хватит в самый нужный момент. Будем потом искать. О, может пригодиться. Это, по-моему, патрон, если не ошибаюсь. Да. О, теперь я вооружен и чертовски опасен. Бойтесь меня. Ух, да я сам себя аж боюсь. Навскидку стрелять буду. О, кстати, так я вовремя был. Ага. Вот, так сюда и надо было. Так, что ты? Он должен был знать. Stay away. Не подходи ни шагу дальше. Не вынуждай меня. Так он, смотри, ничего не осталось от него. Он позволил ему сотворить все это. Ребра видно. Что? Он просто растворился в воздухе. Чтобы прицелиться, чтобы перезарядить. Мне что целится, то если я тебя в упор сейчас расстреливать, пули ненадолго его задерживают. А. Так, ну давайте тогда ускоримся. Так. Не будем терять времени. Может, он нападает через каждую минуту. Так. Давай. О, давай, давай, беги, давай, 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 куда дальше, не видно ни черта. Так, ух ты, как я дорогу нахожу, умба не приложу, или она сама находится, где тут рукопашный бой. Так, кто где? Ну где? О, гостиница. А, кто-то дышит. Кто дышит? Кто дышит? Да тихо ты.
Ну ты тварь, ты что, меня убил, что ли? Да видишь, мать, еще и дышит, падла. Не, чтобы за орехи хватать и выкручивать. Так, вы погибли. Ничего страшного. Загрузить последнее сохранение. Твою мать-то. Еще и дышит, падла. Так. Что он сделал в спальне отца? Ох, видели бы, что отец вытворяет в спальне. А тут какой-то незнакомец. Так. Надо прицелиться. Как я могу промазаться? Надо, видимо, несколько раз в этого хрена попасть. Так. Ну ладно, что ж. Как бы то ни было. Помер и начинаешь заново. В жизни так, конечно, не получится. Поэтому наслаждайтесь игрой. Так, загрузка. А, это загрузка, сохранялка. Я так и предполагал. Красный кружок. Так, так, так. Нажмите любую клавишу. Так, ага. Мы туда не пойдем? Предмет добавлен в инвентарь. Ну, скорее всего, это керосин. Так, керосин. Предмет добавлен в инвентарь. Теперь-то мы знаем, как его козла гасить. Так. О. Сейчас прицелимся. Stay away. Don't come any closer. Ну не стреляй попусту. Не стреляй. Не стреляй. Тварина. Вот так. What? He's vanished into thin air. Так, а теперь сваливаем отсюда. Сваливаем. Бежим. Это падла за нами по-любому уже идет. Он дышит. Куда? Куда бежим? Где? Так, куда-то сбился с дороги. Куда бежим? Нас не догонишь. Вот, вот он дышит, дышит. Мою ж мать! Пули ненадолго его задерживают. О, вернулся. Все правильно. Так. Есть еще пули. Это тварь еще. Не с первого выстрела-то подыхает. Он меня так забьет, падла. Мне надо бежать. Быстрее бежим. Быстрее. Так. Он все еще за нами должен быть. В прошлый раз меня именно здесь и прибили. Давай. Валим. Опять он будет нападать. Да где-то. Да почему так-то? Сучара. Убил. Загрузить последний. Так, ладно. Давайте так. Я дойду до того места и покажу потом, что после него. Так, у него два пути. Либо спереди, либо сзади. Спереди. Пули ненадолго его задерживают. Так. Куда? Куда? Беги. Беги, прошу тебя. Вот завалит же. Блин, хоть призрак и призрак. Валит конкретно, тварь такая. Так что
Блин. Так. Может, как-то от фонаря зависит. О, кстати, патроны из патрона. Так. Где ты? Все понятно. Когда надвигается туман, значит этот козлина приближается. Так что как туман, так и этот козлина приближается. Итак, вот только спереди он или сзади? Так. Он вернулся, конечно, вернулся. Давай. Беги. Вот кто ночью бегает вообще так? Давай. Так. Так, так, так. Господи. Что за срач такой? Твою мать, это реально страшно. Сваливай отсюда. Так, а как сваливать-то? Присесть и спрыгнуть. Или запрыгнуть и спрыгнуть. Я бы с удовольствием отсюда сейчас свалил. Очень ли знаете, или даже. Так. Как подскажите? Так, не может быть, безвыходных ситуаций не бывает. Так, спокойно. Вздохнули, выдохнули. Блин. Чуть не обосялся со страха. Так. 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 Это я где? Это я вниз. Бежим опять. Так, что тебе нужно? Почему я так долго бегу? Где эта гребаная гостиница? Не могли поближе расположиться? Тварь такая. Давай. Здесь неподалеку стоит ее осмотреть. Стоит осмотреть. И что, мало что ли, что тебя пиздили сейчас? Осмотреть он собрался гостиницу. Убить Нортона. Новая цель. Кто-то должен ответить за все эти пытки. Итак. Так. Вау. Я это не предвидел. Сколько мне раз-то попасть надо? А патроны будут добавляться там? Так. Вот это читерство. Так. У меня кончились патроны или что? Я надеюсь, его победил. Ага, как же. Он меня догнал просто. Надо быть резче. Понятно. Я боюсь, что мне патронов может не хватить. Так. Так.
главное, чтобы нам хватило патронов. Так, так. Теперь мы знаем, что он... Так, кто-то должен ответить за все эти пытки. Вот, а почему не я? За телегой надо прятаться, я так понимаю. А иначе от нее пользы нету никакой. Так. Так, это глупо, конечно, было. Ладно. Даже не посопротивляться. За читерством, я таких способностей же нет. Как шмар на улице Вязов, я уж не помню, в какой части, где у бассейна также кидал. Ой, так, так же все загоралось за телегой. Беги, 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 беги. Так. Где ты? Давай. Так, они его на немного останавливают. А что его может остановить-то? Может, я что-то не так делаю? Ага. Блин. Он еще дышит-то. Тварь такая. На. Ну, надеюсь. Слава тебе, Богу. Я старался, видит Бог. Я заслужил этот вход в гостиницу. Кто, где, кто, чё хлюпат опять? Ну-ка, прекратите. Нет, это я хлюпаю. Господи. Потому что боссаные сапоги. Поэтому и хлюпаю. Войти в гостиницу. Ладно. Входим. Давайте уж вот так войдем. И куда все подевались? Я же их слышал. Нет, только не снова. Быть не может. Но, о, боже, боже. Твою ж-то мать-то, я ж тебя убил. Падла. Пробую пропустить. Извините. Ну, на сегодня все. Как проходить 5-ю главу, увидим в следующей серии. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Покедова!